В Москве раскрыта крупная афера с квартирами. Оперативники задержали банду, которая обманом лишала жилья больше сотни москвичей. Умышленники под видом различных коммерческих организаций заключали с людьми договоры займов под залог недвижимости. В документах значилась крупная сумма, а на руки выдавали лишь часть. При этом мошенники получали от клиентов оригиналы права собственности и просто присваивали себе квартиры. Общий ущерб оценивается в 300 миллионов рублей. Организаторы и участники незаконного бизнеса заключены под стражу.